Всем нихао, вы на канале Русский Китай. Сегодня мы снова находимся на очередной автовыставке в городе Шэньян. Сегодня пробежимся по большинству автомобилей. Я вам расскажу в краткости про небольшие характеристики данного авто, а также назову стоимость с растаможкой, с доставкой и другими услугами уже в России. Новая Audi Q5 e-tron на одной зарядке проезжает 560 километров. Ее цена здесь. BMW iX, такую не встретишь на дорогах вообще нигде, но в Китае она есть. На полной зарядке проезжает 550 километров. Очень необычный салон, я таких не видел. Ее цена с растаможкой в России здесь. BMW i3 на одной зарядке проезжает 520 километров. Ее цена с растаможкой в России здесь. Я вам не показываю BMW на двигателе, потому что очень невыгодные варианты с растаможкой в России. Выгодные только электрические. Тут на выставке очень много вот этих спорткаров представлено, типа RS, Audi, там BMW, M-ки, Mercedes, AMG, но в них нельзя сесть, все закрыты. Mercedes S-класса тоже закрыт, вот такие вот китайцы жадные. Mercedes-Benz E350 гибрид, 2 литра турбо, очень интересный гибрид, батареи хватает на 120 километров, то есть если вы каждый день будете заряжать ее, то она вообще не будет расходовать бензин, а ездить по 120 километров именно на электробатарее. Volkswagen ID4 и ID6 Cross. Данные машины, вот их характеристики, а также их цена с растаможкой в России. Ребят, буквально перебью вас на 15 секунд, потому что хочу напомнить, что помимо электрокаров и других автомобилей, я также занимаюсь майнинговым оборудованием, то есть из Китая отправляю майнеры в страны СНГ и Россию. Сейчас биткоин находится в отметке приблизительно 20 тысяч долларов, поэтому майнеры достигли своего ценового минимума. То есть сейчас наиболее оптимальные условия для покупки майнингового оборудования. Ну, конечно, если вы верите в биткоин. Поэтому, если вас интересует эта тема, вы можете найти все ссылки внизу. Новый Nissan X-Trail 1.5 Turbo, 204 лошадиных силы. Его цена с растаможкой в России здесь. Абсолютно новый Honda CR-V 1.5 Turbo, 193 лошадиных силы. Цена в России
Новый Honda Accord 2 литра, 194 лошадиных силы. Цена с растаможкой в России здесь. Honda CR-V гибрид 2 литра, расход на 100 километров, 4,7 литра, цена с растаможкой России. Новый Toyota Highlander 2,5 литра гибрид. На 100 километров всего расходует от 5 до 6 литров. Я спрашиваю тут у местных консультантов по поводу Toyota, сколько в них лошадиных сил. Никто из консультантов не знает, сколько в данных машинах лошадиных сил, потому что китайцы, для них лошадиные силы не показатель, а для них самое главное — это расход и объем двигателя. Цена его с растаможкой здесь. Всем известная Toyota Camry на синем значке. Почему на синем? Потому что она гибрид. 2,5 литра, расход на 100 километров, чуть более 5 литров. Цена с растаможкой в России здесь. А вот наша обычная Camry бензиновая, объемом 2 литра и 2,5 литра, цены указаны здесь. Абсолютно новый Mitsubishi Outlander с растаможкой в России будет стоить столько. Дочерняя компания Havel Way, модель Tank 500, V6, 3 литра, 362 лошадиных силы, машина монстр. По вашему предположению, на какую машину это похоже, дам подсказку. Это американская одна модель, и цена такой машины с растаможкой в России здесь. Та же самая компания, модель Tank 300, 2 литра турбо, цена с растаможкой в России здесь. BYD Xin гибрид, эта машина на 100 километров всего лишь тратит 3 литра бензина, его цена здесь. BYD Han, справа от меня гибрид, слева от меня полностью электрическая. Гибрид на 100 километров тратит всего 4,2 литра. Его стоимость растаможки в России здесь, а также его характеристики здесь. Электрический Han проезжает 715 километров. Его характеристики здесь и его стоимость здесь. BYD Han в новой комплектации, полностью электрический, 4,3 секунды до сотни. Выглядит, конечно, очень впечатлительно, как и изнутри,
так и снаружи. Сзади напоминает какой-то Range Rover. Самая новая модель BYD Haibao. Одной батареи хватает на 710 километров, разгон до сотни быстрее, чем у Ferrari. 2,9 секунды. Его стоимость растаможки в России здесь. Мы отправляем машины напрямую из Китая в Россию, не через какие-то там Белоруссию, Казахстан, Киргизстан и другие страны, напрямую с Китая в Россию. Поэтому наши сроки очень быстрые, гарантия качества, гарантия обслуживания. Просто не бойтесь заказывать машину через нас, и в течение буквально 2 недель вы можете ее получить напрямую из Китая. Все очень просто, быстро, надежно. Пишите мне по ссылкам внизу. На этом этот выпуск подошел к концу. Здесь очень много представлено машин, мы все не успеваем просто физически обойти, снять. Вы не забывайте подписаться, потому что много еще видео я буду выпускать, много различных интересных автомобилей. Поставьте обязательно лайк, мне очень важна ваша поддержка, а также поделитесь этим видео со своим другом.